Так, мы продолжаем наше путешествие. Братуха довез мой нас до города Клина. Вот, мы сейчас дальше поедем в сторону Питера. Каждый раз убеждаюсь, что мир оказывается не без добрых людей. Нас провезли немного, хорошие люди развернулись, проехали нас сначала, потом развернулись, за нами приехали и провезли нас недолго, но все же желали нам хорошие дороги, и мы едем дальше. На этом грузовичков мы доехали. Так, сейчас уже ближе к ночи, и пока еще не стемнело, хотелось бы сказать пару слов. Вот мы доехали, ну почти доехали до Питера, здесь осталось немного. Вот сегодня хороший человек Виталий нам хорошо нас провез, практически всю дорогу провез. Вот у нас есть еще буквально завтра и послезавтра практически чуть больше полтора дня, почти два дня есть в запасе. Сейчас идем по полям. Вот, моросит небольшой дождик, но это ничего страшного, у нас есть дождевики. Здесь, правда, нет магазинов. Сейчас найдем магазин, чтобы немного закупиться какими-то продуктами. И будем готовиться уже к походу в аэропорт. Поэтому все здорово. Пока стоп оказался, ну, такой, как обычный стоп. Он всегда непредсказуемый. Так, видеозапись из палатки. Так, это сосиска, которую я еще вот ем. Такое вот венские какие-то сосиски. Мы тут еще салфеток купили. Короче, я себе сделал, чтобы мне не промокала палатка. Купил себе пакетов вот таких. Так, нам осталось еще километров 9 вот так до Пулково. Очень живописное место. Летают самолеты. Пришли мы в такой замечательный парк. Это где-то 6 километров от аэропорта Пулково. Здесь же поставили палатки. Там Саня, да, раскладывается. Так, поставили палатки. Закупились едой немножко, чтобы с голоду не умереть. Так, это поворот на аэропорт Пулково. Вообще, как-то давно было дело, когда я прилетал, возможно, в этот аэропорт. Тогда я летел из Сыктывкара в Петербург, собственно говоря, в Питер. Вот, но это было давно, я уже не помню. Так, это главный вход в аэропорт, терминал Пулково. Так, ну все, я прошел паспортный контроль. Где-то тут тоже Саня бегает. Вот. Значит, последние часы в России. Так, все процедуры пройдены. И долгожданный туннель, самолет. С китайцами полетели. Все, залетели в самолет.